Очень интересная история. Вы, наверное, охренеете. Это было где-то полгода или год назад. Выхожу на лестницу покурить, оставляю тамбуре дверь открытую. Слышу, как дворник метет сверху вниз. И, подойдя уже ближе к моему этажу, я слышу, как кто-то что-то затих. Видать, я так понял, что он зашел в тамбур перед квартирой. Я включаю камеру и смотрите, что было. Что вы здесь делаете? А можно ли это базу? Я вас заснял даже. Вы так тихо подкрались. Нет, просто я сам смотрю, поэтому это мне нужно. Если надо, я возьму. Если нет, я обратно положу. Поэтому. То есть вы сейчас без разрешения взяли кроссовки, зашли туда тихо и взяли кроссовки. И даже померили. Хорошо, тогда я просто померю. Если мне не мерить, а что это? А как вас зовут? А? Как вас зовут? Пожалуйста, не съемка не сделайте, я здесь убираю, поэтому, а что это? Вы убираете, но вы зашли в частную территорию и взяли чужую вещь. Я каждый день там убираю, а как это частная территория? Ну там не ваши же вещи лежат. Как это? Начальник мне говорят, что ты там помой. Я помою, ну, когда открыто. Тут дверь закрыта, а там открыто. Но вы сейчас зашли, взяли вещи чужие. Вас как зовут? Мужчина, давайте не сделайте, пожалуйста, я здесь убираю. Просто вы понимаете, что это неправильно. Все, я понимаю, больше не повторю.